Меня зовут Кирильчук Сюзанна, я руководитель социально-реабилитационного центра при фонде помощи заключенным и представляю проект «К новой жизни. Город Москва». В нашем центре мы помогаем женщинам, освободившимся из мест лишения свободы или осужденным условно. Уникальность проекта «К новой жизни» в том, что сопровождение женщин начинается еще непосредственно в исправительных учреждениях, пока они готовятся к освобождению. А главная цель – сокращение роста и профилактики рецидивных преступлений среди данной категории граждан путем их ресоциализации и адаптации к жизни на свободе. Команда проекта состоит из специалистов разных областей, что позволяет осуществлять помощь нашим подопечным сразу в нескольких направлениях. Посетительницы центра встречают здесь понимание и поддержку в стремлении к правопослушному образу жизни. Также в рамках проекта их ждут и новые возможности. В центре оказывается психологическая поддержка, включающая как групповые, так и индивидуальные консультации. Приоритетным является направление работы по трудоустройству осужденных. Благодаря нашим партнерским отношениям с организациями-работодателями, женщины, освободившиеся из мест лишения свободы и обратившиеся к нам, имеют возможность официально трудоустроиться, обеспечивать детей и строить карьеру. Вопрос недостатка образования или невостребованности ранее полученной профессии наших подопечных тоже решаем. В рамках проекта в нашем центре организованы курсы парикмахерского мастерства и компьютерной грамотности. Не менее важную роль в адаптации к жизни на свободе заключенных играют и досуговые мероприятия, праздники и мастер-классы, организованные в рамках проекта «К новой жизни». На такие мероприятия к нам приходят всей семьей. А поддержка близких и родных, хорошие взаимоотношения с ними – это лучшая мотивация к построению новой жизни для наших подопечных. Поддержка заключенных и осужденных, ресоциализация данной категории лиц – это в первую очередь эффективная профилактическая мера, направленная на уменьшение роста рецидивной преступности, а значит помощь не только осужденным, но и всем правопослушным гражданам.